Пожалуйста, доброго времени суток всем, кто любит юношеский футбол, Кубок Спартака, ВК на поле Академии имени Черенкова. Интереснейший матч Спартак-Бенфика. Как совсем недавно в Лиге Чемпионов. Впрочем, вчера Спартак играл еще с Сотиком, все было точно так же. Такие хорошие, интересные воспоминания о хорошем турнире. Теперь на юношеском уровне, можно сказать, здесь фактически Лига Чемпионов. Только что Барселона играла с Селтиком. И матч был интересный. Как во втором тайме Селтик даже потаскал чуть-чуть Барселону, повозил по полю. Но в любом случае проиграл 0-1. А сейчас Спартак Бенфика. И состав Бенфики такой. Фабио Дуарте сегодня в воротах. Голкипер. Юрий Гомеш номер 2. Рубен Диаш, номер 3, капитан команды. Франсишко Феррейра, номер 4. Юрий Рибейро, номер 5. Педро Родригеш, номер 6. Гонсало Родригеш, номер 10. Ренато Санчес, номер 16. Аурелио Бута, номер 11. Ромарио Балде, номер 8. И Фабио Нова, номер 9. Луис Арауджо, главный тренер команды. Спартак сегодня в таком составе. В воротах Юрий Щербаков, 30-й номер. Вчера играл Дмитрюшкин, кстати. 33-й Алексей Гречкин, 20-й Егор Евтеев, 6-й Алексей Иванушкин, 22-й Александр Лихачев, Владлен Бабаев, 9-й, Зелимхан Бакаев, 18-й, Данила Буранов, 16-й, Игорь Коновалов, 5-й, Владислав Пантелеев, капитан команды, 8-й. Саид Али Ахмаев, номер 7-й, главный тренер Владимир Джубанов. Судьи сегодняшнего матча Максим Матюнин. Помогает ему Иван Кузин. И, внимание, Александра Пономарева. Мое слово «внимание» совпало, собственно, со стартовым свистком. И поехали. Александра Пономарева сейчас судит на половине поля. Помогает судье на половине поля Спартака. Это интересно, насколько девушка справится со своей работой в том числе. На самом деле интересно то, что будет происходить на поле. Бенфика вчера крупно уступила киевскому «Динамо» 1-4. Спартак сыграл в ничью с «Селтиком» 1-1. И со счетом 1-0 Барселона выиграла у Тоттенхэма вчера. Сегодня Барселона тоже выиграла со счетом 1-0 у Селтика. Очень захватывающий матч был. Я застал второй тайм. Прекрасная была игра. Селтик атаковал, сколько он мог это делать. И в итоге несколько опаснейших моментов было создано ворот Барселоны, но забитых мячей больше не было. Так что 1-0. Салит Ахмаев сейчас упал. Надо сказать, что вчера я весь матч говорил, прямо начиная с 4 минуты, что именно он забил единственный гол ворот Селтика. На самом деле нет. Владислав Пантелеев, капитан команды, вчера отличился. Забил единственный гол, но вот сегодня посмотрим. Может, они сегодня поменяются местами. И в конце концов, именно Саид Али забьет сегодня. Посмотрим, посмотрим. Пока счет 0-0. У нас вторая минута идет. Нарушение правил против спартаковца. Игорь Коновалов. Штрафной. Побыстрее просит играть Владимир Джубанов. Лихачев забрасывает вперед. Болельщиков сегодня поменьше, это понятно. В рабочее время не все успели. Но болельщики есть. Ну а завтра на матче с Барселоной наверняка будет очень приличное количество народу. Добегает до лицевой линии. Подача идет. Выпрыгивал Бабаев, но до мяча добрался вратарь. Фабио Дуарте сегодня в ворот. Португальцы с мячом. Какой перевод, очень даже неплохой. Но там защитник Спартака разобрался в ситуации, мяч отобрал и, пожалуйста, нарушение правил. Данила Буранов это был. Вот сейчас Буранов с мячом. Пасует направо, здесь Евтеев.
Передача неточная. Евтеева. Пока равная игра идет. Ну что, тут 3 минуты. Команда только вкатывается. Пантелеев, вот передачу на Ахмаева выполнял неточно. Конечно, не надо так терять мячи, не очень легко, собственно, они даются, чтобы до такой степени легко их терять, но в результате вот так случилось. Капитан Бенфики на своей половине поля, аж вчетвером португальцы. Ну вот сейчас парень очень похожий на Карамбё, выполнял передачу в край, у него ничего не получилось. Евтеев останавливается, помощи практически нет. Ну вот наконец подоспел Бабаев, мяч подобрал, потащил до практически до лицевой линии. Аут, только аут, даже угловой не заработал. Из-за боковой будет водить Евтеев. Далеко будет бросать? Нет, играет в ближнем. Бабаев разворачивается. Нет, не получается развернуться. И нарушений правил тоже не было. Но мяч остается у спартаковцев. Аут. Лихачев. Призывает прессинговать своих португальский тренер Арауджо. А Спартак с мячом. Тащили мяч практически до штрафной площади. Здесь не получился розыгрыш. Все так на тоненького было. И тут надо большое мастерство иметь, чтобы это проходило. Вне игры. Там действительно был офсайд. Тут арбитр абсолютно правы. Налево. Любят португальцы повозиться с мячом. Смотрите, вот тут впервые они за все время доходят до нашей штрафной. Что там, отворот показывает судья. Вот недоволен португальский тренер. Но всякое может быть. Немножко неувязочка в протоколе. В основном в составе Диого Гонсалвиш. Видимо, это решилось прямо перед самым выходом на поле. 7-й номер. Наверное, это очень важный номер для португальских команд. Я намекаю, конечно, на Криштиану Роналду, который вчера забил 2 мяча в Лиге чемпионов. Но, правда, Бенфика тут ни при чем. Мне Криштиану Роналду не имеет никакого отношения. Вот перехват. И Ахмаев побежал, но передача была неточной. И здесь португальские защитники разобрались. И они очень техничные, португальские защитники. А сейчас-то мяч точно ушел от португальцев. Тут даже думать не надо. Рискованно. Но мяч остается у спартаковцев. Буранов отыграл назад на Алексея Иванушкина. И вот сейчас может что-то получиться. Передача ждет Ахмаев. И практически ее получает. Но, во всяком случае, по ходу. По ходу все было. Но потише надо было сделать пас. И тогда выскакивал бы Ахмаев 1-1 с вратарем. Не вышло. Ренато Санчес пасует влево. Ну, здесь прервали спокойно передачу, и Бабаев... Нет, вынести не удалось. Снова Санчес. Штрафной удар. Нарушение правил было. Было, и спорить здесь не с чем. Опасно штрафной удар. Подавать, наверное, будут. Санчес самый колоритный, наверное, игрок в составе... В этом составе Бенфики. Уверенно берет мяч. Что там у них наиграно на этот счет? Неужели будет бить?
Интересно. Интересно. Да, бьет, еще как бьет, посмотрите, а. Рядом со штангой пролетает мяч. Контролировал наш голкипер ситуацию. Юра Щербаков видел все, да, но все неприятно. Приятно. В центр поля. Игра рукой. Девятая минута, пока ничего не получается у Спартака. Бенфике уже был опасный штрафной. Помню, накануне мы открыли счет в матче с Соцком уже на четвертой минуте. Вот Лихачев сейчас не дотягивается до мяча. Опаснейший момент, но сам же Лихачев и прервал эту атаку. И выбил мяч за боковую линию. Ну, сам напортачил, сам исправил, самый лучший вариант. А лучше не портачить, конечно, чтобы не исправлять. То можно и не успеть. Подача в штрафную, легко выносится мяч Иванушкиным. Бакаев подбирает и тут же теряет. Пока преимущество у Бенфики. Подача. Должен выходить Щербаков. Выходит, забирает и сразу на Бабаева. Все правильно. Все правильно. Дальше что? Ивтеев. В центр поля. Ахмаева оттолкнули. Судья дал свисток. Откидочка. Ну, это такое. Южный синдром. Как говорят, югославские штучки, да, но здесь-то Югославия ни при чем, скажем так. Южный синдром. Синдром южных стран. Лихачев. Ивтеев. Буранов переводит налево. Там Гречкин. Тащил мяч Бакаев, протаскивает. Помогают уже друг другу защитники португальской команды. Но у спартаковцев помочь оказалось некому. В итоге снова назад. Но вот здесь вот в отбор вступили, причем на чужой половине поборолись. Но опять как освобождаются португальцы от опеки. Как получает мяч? Опять один. Двое спартаковцев атакуют футболиста, владеющего мячом. А там один освобождается. Тоже обученная команда Бенфика. Что ж тогда представляет из себя киевская «Динамо»? Раз они так вынесли просто Бенфик. Но, правда, это юношеский футбол. Здесь может быть все, что угодно. Сегодня так настроились, сегодня такое настроение, завтра другое настроение. Такие вот ошибки на своей половине. Санчес приближается к нашей штрафной, обыгрывает одного за другим двух защитников. Ивтеев не пустил. Бабаев. Ахмаев ошибается в передаче. Теперь очень много ошибок. Вчера тоже было достаточно. 12-я минута. Счет не открыт. 0-0. Пока у Спартака моментов в матче с Бенфикой нет. Санчес. Пас не получается. Ну вот сейчас все получается. И можно 3 в 3 идти. 3 в 3 не получается. Тоже Буранов пасует налево. Как-то все остановились, кроме него. Подача. Кто будет замыкать? Бабаев был ближайшим, но и он к мячу не успел. Подобрал. Главой нас заработать хотел. Аут. Аут, причем в пользу португальцев. Санчес очень технично пасует на своего. Тот длинно вперед. Ну, здесь Щербаков выходит из своей штрафной. И бал. Ну а что, вариантов ему в поле почти не оставили. Партнер по команде. Пришлось выбивать бал. А вот здесь Лихачев. Ох, как здорово сыграл. И опять здорово сыграл. И мяч у Ахмаева. Лихачев. Буранов. И налево.
Очень здорово. Бакаев. Бакаев как в стенку упирается в защитника. Приходится разворачиваться, а дальше следует неточная передача от Гречкина. Нервничают, что ли, ребята больше, чем накачали их, что ли? Вроде бы не должно быть ничего такого. Лихачев очень здорово напряг здесь игрока Бенфики и заставил того упустить мяч за боковую. Джубанов уже не первый раз призывает своих подопечных проснуться. Да что же они? Ну понятно, что отдыхали, но часа на три меньше они своих оппонентов сегодняшних, но для такого возраста большого значения не должно иметь. Играя и играть целый день. Вот очень неплохо Буранов отпасовал на Бакаева. Бакаев сегодня останавливается, он не идет сам. И еще Буранов переводит. Ух ты, как здорово. Бабаев теперь. То на Бакаева, то на Бабаева. Бабаев побежал, но мяч упустил за линию. Не идет. А время уже приближается к середине тайма. Напоминаю, что это два тайма по 30 минут играют на Кубке Спартака. Прямая трансляция на официальном канале футбольного клуба «Спартак». Быстро лишние передачи. Лихачев. Буранов на Гречкина. Пантелеев. Снова Буранов теряет мяч. Санчес. И очень неплохой выход мог получиться у португальцев, но здесь разобрали защитники. Пантелеев ускоряется. Останавливается. Бакаев. Не пойдет. Вот сейчас пошел, когда перед ним три игрока пошел, когда один не идет. Странно. Да. Очередная потеря. 16-я минута. 0-0. Моментов почти нет. Да и вообще нет. Евтеев. Надо направо на Бабаева. Он играет на Бабаева. Но медленно. Быстрее надо. Чуть-чуть быстрее. Бабаев обыгрывает защитника. Входит в штрафную. Простреливает прямо в руки вратарю. Пока не идет. Иванушкин хорошо играет. Аут будет. Нет, португалец останавливает мяч на самой линии. Вот чем и отличается, да, сейчас Бакаев должен был пойти до конца, и защитник португальский оставил бы мяч именно ему. Можно было начинать очередную быструю атаку. Вот, не пошел, ждал, что мяч уйдет в аут, а мяч не ушел в аут. Гости с мячом. Заброс вперед. Очень неплохо. Лихачев пошел в подкат. Естественно, прострел. Тут некому, некому. Гречкин скидывает Щербакову. Щербаков свечечку зажигает, потому что передача оказалась для него неожиданной. Еще въехать. В подкат надо было, а не получается. И подача. Кто здесь будет бить? Никто не будет бить. Мяч улетает за пределы поля. 0-0 по-прежнему. 17 минут практически команды сыграли в первом тайме. Напоминаю, это Кубок Спартака. И у нас прямая трансляция в YouTube. Желтая карточка пятому номеру спартаковцев. Это Игорь Коновалов. Штрафной удар. Надо вставать. Ну, больно, да. Тоже пятый номер, кстати. Сошлись два пятых номера. Юрий Рибейро. 2 раза далеко. Бить смысла нет. Если только не рассчитывать на ошибку вратаря. Ну что, стенку ставит Щербаков. Опасается удара. Идет подача. Вот здесь хорошо выпрыгивает Гречкин. А дальше. Так, так, так все бить. Ворот там. 0-0. 0 Спартак Бенфика. Лихачев.
Ох, как здорово сейчас сыграл Ахмаев. Ну куда же торопился Пантелеев? Ну как можно такие мячи отдавать? Ахмаев отработал, отобрал. Еще бы помог кто-нибудь. Никто не помог, но был толчок. Аут. Буранов. Евтеев. Подача непонятная. Мяч потерян. Ну и могла быть атака, но не будет. Ее Иванушкин первого мяча. Евтеев. Дальше отдавал. Мяч Валкер. Можно перехватывать, а вот здесь Ахмаев не успел. Гречкин там будет атаковать соперника. Санчес пытался обыграть Евтеева, не смог. И второй раз не смог, и в третий. Вот это боец Евтеев. Ну и дальний удар выше ворот. По нашим воротам Бенфика бьет много. Мы пока не бьем. Причем вообще не бьем. Пантелеев пришел к собственной штрафной. Уж не знаю, задание это тренера или нет. Вчера Пантелеев играл как-то ближе к нападающим и гол забил. В прошлом году тоже с ярко выраженными краями играл Спартак. Когония и Аслановский тогда были. Ну, а здесь вот Бакаев и Бабаев. Санчес пошел разговаривать с кем-то. Интересно, с судьей или с Пантелеевым. Ну, все. Все успокоились. Будем надеяться, что Пантелеев это сделал не специально. Да и не сильно. А тем временем уже меньше 10 минут играть в первом тайме осталось. 21 минута у нас идет. Не сказать, что матч уж очень быстро так продвигается. Моментов практически нет. Может быть, во втором тайме команды разбегаются. Пантелеев опять за мяч не зацепился. Опорной ногой уже пытался сыграть падение. Ноль-ноль. Лихачев. Бабаев. Нарушений правил не было, здесь все верно. Санчес. Опасно сыграл. Да ничего страшного не было. Не надо, конечно. Куда врача выпускать? Игрок уже лежащий на поле говорит, что не надо. Ну так, небольшой болевой шок. Ничего не случилось. А теперь придется покинуть поле. Ну, желтую карточку Санчес получил за опасную игру, да? А Евтееву придется поле покинуть. Ну и извиняется Санчес, но не хотел. Футбол. Не хочешь столкновения, играй в шахматы. Тоже спорт ведь. Все меньше времени до перерыва, пока ничего на поле особенного не происходит. У спартаковцев вообще ничего не получается, а у Бенфики только дальний удар. И то они все идут в молоко. Почти ничего в створ нет. Вот Евтеев. Ох, как здорово. Бабаев. Бабаев мяч теряет. Да что ж такое?
Но обработать было сложно, прямо скажем. А Санчес действительно очень яркая личность в составе этой команды. Очень похож на Кристиана Карамбё. Помните такого француза, да? Ну, как француза из Полинезии. Сейчас был толчок, но как-то по-другому надо было сыграть в этом моменте. Буранов пасует на Иванушкина. Конечно, Гречкина в первом касании. Гречкин завозился с мячом. 3-2 бегут португальцы. Санчес. И совершенно вовремя уронили там футболиста Бенфики. Да, уронил Евтеев. Если бы он его не уронил, да, последовал бы передача и выход 1-1. И тяжело бы тогда пришлось уже Щербакову. Но повезло. Тоже повезло, все правильно было сделано. Мяч оставался у Санчеса, арбитр не дал свисток. Ну, а тут еще одна потеря уже. Спартаковцы непонятно играют пока. В всяком случае, непонятно мне. Наверное, тренеры знают больше и в перерыве, естественно, об ошибках расскажут. Подача. Выносит. Выносит мяч Иванушкин. Это нарушение, несомненно. Штрафной удар. На своей половине поля до перерыва. Еще больше 5 минут, кстати. Еще есть время что-то изменить. Следующий матч — Динамо Киев — Тоттенхэм. А у нас Евтеев. Гречкин. Буранову пас практически в больницу был. Тот мячом владел недолго. Буквально одно касание. Финт Зидана у Санчеса. Тоже не прошел Бакаев. Наконец мы увидели его в игре. Чуть-чуть таскающим мяч, но дотаскал до того, что передачу отдал соперник. Бенфика пока лучше. Бабаев здесь мяч отберет. Ну, должен отобрать. Отобрал при помощи Буранова, Лихачев, Иванушкин. Подключили вратаря. Эти квадраты мы учим с детства. О, Бабаеву пас. Бабаеву, все правильно. Можно подключать Евтеева. Ну, посмелее, ну, посмелее. Ну, что-то предложить сейчас. Хотя бы еще в первом тайме, ну, какую-то фланговую атаку, ну, наподобие, что-то мы продемонстрировали. Это фол. Был фол. Ахмаев едва мяч не отобрал. И сейчас еще напрягает вратаря. Молодец. Вот здесь пошел, поборолся, напряг. И что-то могло получиться. А вот сейчас может получиться ворот Спартака. Но там Лихачев очень спокоен. Очень спокоен. Бакаев опять не бежит. Менять его можно. Гречкин поборолся. Иванушкин мяч забрал. И на Щербакова. Тот решил повозить мяч по штрафной. Вздох такой на трибуну. Не ждали. Аут. Гречкин. Ахмаев. Бабаев. Ах, какая ошибка. А там уже Евтеев мог подключаться. И дорожка была открыта к воротам. Правда, там еще было бежать и бежать. Но теперь Санчес возле нашей штрафной. Спокойно. Его отодвигают. А тут Пантелеев. Ну и не готов был Буранов. Не готов. Пантелеев мяч отобрал, подключил партнера. А тут, может, передача была подопорная. Кто знает. Тоттенхэм пошел переодеваться.
Размяться же еще. Сейчас, наверное, киевские динамовцы потянутся в раздевалку. Пока с мячом Иванушкин. Буранов. Гречкин забросил мяч на Буранова. Тот проталкивает мяч вперед. Опасная игра. Уж не очень я согласен с арбитром в этом отношении, но арбитр зафиксировал. Чуть больше минуты осталось играть в первом тайме. Пошел прессинговать Пантелеев. Вратаря пошел прессинговать. И срезка пошла от защитника Пантелеев. Ну, здесь надо было играть уже более активно. Да, ну, может быть, с риском нарушить правила. Но здесь была возможность создать хоть один опасный момент в первом тайме у ворот Бенфики. Пока вместе с секундами тают на этой надежды. Но, тем не менее, вот сейчас Спартак сухой штрафной вне игры. Вне игры. 30 секунд есть у Бенфики на то, чтобы начать свою или нашу атаку. Свою атаку или нашу контратаку в первом тайме. Пас направо. Ну и все. Нет, не все, угловой. Неприятно. Время вышло. Судя по всему, ничего не добавлено. Но судья дает подать угловой. Подача. Ну, за ворота и можно свистеть. Да, первый тайм окончен. Счет не открыт. 0-0. Перерыв.